Ну, спиной здесь бывает такое, убивают. Ну, он не только там спиной, он там вообще... Он не беспредельщик, но он... I'm a wolf hack, наверное. Прилетело. Через верх кидал гранату. На вертолете, Виталик. Да, я заметил. Блин, ну да, тут уже такая вклейка. Закидали, да? Да. Бить меня убил. Гранаты. Ну, Виталик выезжал. Да. Ага. Наверху. Да, наверху я бы. Ага. Черт. Но все равно не повезло. We won the match. Какие-то глюки были, насквозь видно было. А, меня было видно, да? Ну, бывает. А я был охраняемый, наверное, просто, да? Да, и у тебя сумка не сзади была, а спереди. Да. Бывают у игры такие глюки. Именно по сумке прям видно через текстуру. Ну. Надо этого печат отсюда выгнать как-то. Кикнуть. Кот у меня тут лазит. Ведет себя неспокойно. В туалет, что ли, хочет? Иди давай на улицу. Пойдешь на улицу, нет? Ты в доме живешь или в квартире? Да я, у меня мансарда здесь, и я ему поставил один раз кошачий туалет. Такая вонища. Он меня приучил его теперь на улицу ходить. Так, что у нас? Ага, Виталик опять с мечом. Читер. Меня замочить. Читер. Бич
Ильич, наверное, выключил эти читы. Что-то там. Да нет. Ну вот этот с читами. Рик. Читераст. Да, тут никого не удивишь читами. Замочил что-то кипипа. Я на балконе был, но... Нет, Джонни меня убивает. Он только, по-моему, считает. Да, этот Джонни тоже щитами. Поймал твою гранату, Слав. Да, ну я вижу, по лестнице кто-то бежит. Ну да, заранее кинул. Я вижу, что я выхожу, а ты уже бросок сделал. Ну да, не успел убежать. Угу. Да, нет, тут уже все, без вариантов. Вот, план, точно с читами этот трик. Ну, 20 баллов. Смотри, с какой пушкой он стоит. Ну да. С аймботом, скорее всего. Еще одет как бомж. Ну да, оборотням играть, бегать. Сколько там у него? Два ядра, что ли? И так валить всех. Три вроде. Три, да. Если я не ошибаюсь, там три, да, там два так на стоках. Я охраняю. Поздравляю. А ты, а у нас Рик этот. Все, вам конец. Рик попал. Ролик, я за спиной у тебя. Береги меня. Влево подходи. Джонни тоже этот читер. Да, этот... Как он меня убил? Я гранату кинул и пострелял еще в него. Еще Мухаммед. Ботом этот. Еще сквозь стены. Блять, сквозь стену он меня замутил. Вот пол. Четыре, четыре. Ну вот видите, как игра сразу идет. Ну, 0-2 сыграл. Ну да. Отключил читы, наверное. Вот этот первый с читами, 100 баллов. С читами, да.
Шрамы. Он меня сквозь текстуры замочил там через пол карты. Ну, это он просто уже не вы. Не это. Он старался так не играть, а тебя, вот на тебе он видишь это. Да, наверное, старый знакомый какой-нибудь. Да. Думает, или надо может, грохнуть через текстуру. Симон? Да, мы. У нас же с Симоном постоянно тёрки. А, да, у тебя с ним постоянно? Поэтому он меня не убил, потому что мы с ним как бы нормально общаемся. У нас трешток постоянный. Понятно. Ну я как всегда вид. Сейчас вот этот бой еще сыграем и... Опа. Как я поймал? Потом на видео посмотришь. Да ты сейчас скажи. Через верх. Да, заметил, он любитель там через всякие дыры проскакивает. А, этот Рик тоже через убил через текстуры. Да, я говорю, этот бой еще сыграем и все, и можно будет. Да. Сегодня. Мы можем сливаться, тут уже не игра пошла. Ну, 0-5, пиздец. Да, не дошло. Только из уважения не ругаюсь. Угу. А ты записываешь, нет? Нет, не записывал. Нет. Я по нас записал уже достаточно. Ага, ну окей, ладно. Выходим? Да, выходим, я тоже закрываю, выключаю. Все, всем пока, ребят.